Здесь неважно, из какого ты вуза, движение студенческих стройотрядов – это уникальная площадка для развития профессиональных навыков и творческого потенциала. Очередной областной слет – это не только подведение итогов трудового года, но и возможность пополнить свои ряды. Стать бойцами стройотрядов в этом году изъявили желание более 60 студентов брянских вузов. Слет для того, чтобы мы смогли своих кандидатов, будущих бойцов в отряды, приобщить вообще к отрядам, к деятельности отряда, познакомиться, поделиться своим каким-то опытом, знаниями и вообще, в принципе, весело провести время. Педагогические, строительные, сельскохозяйственные и даже медицинские. Сейчас в Брянской области уже существует 1,5 десятка студенческих отрядов. Но этого все равно недостаточно. Задача стоит амбициозная – за ближайшие несколько лет выйти на уровень советской эпохи. В перспективе, вот то, что мы на законодательном уровне уже в первом чтении и на ближайшем заседании, думаем, будем принимать во втором-третьем чтении закон о студенческих отрядах, это очень важное большое подспорье для дальнейшего развития. Почему? Потому что вот то количество, которое на сегодняшний день у нас есть, из числа студентов, оно, конечно, недостаточно для того, чтобы мы хотя бы находились в десятке лучших среди страны. Уже сейчас идут активные переговоры с крупнейшими вузами и предприятиями региона. Помимо этого, Брянская область стала первой в стране, которая реализует проект создания стройотрядов в средних учебных заведениях и даже школах. Дмитрий Кузнецов, Анатолий Чекрыгин. События. Брянский район.